Следующая модель из линейки автомобильных кресел Nuna, подходящая для новорожденных детей, Rebel Basque. Модель подходит для детей ростом от 61 до 105 см, с 4 месяцев до 4 лет 18,5 кг. Модель соответствует стандарту iSize и имеет функцию вращения чаши на 360 градусов. За счет этого она может быть установлена как по ходу движения, так и против хода движения. Против хода движения данное автомобильное кресло должно быть установлено для детей ростом от 61 до 105 см 18,5 кг. Затем чашу можно повернуть на 360 градусов, установить по ходу движения для детей ростом от 76 до 105 сантиметров, весом до 18,5 кг. Помимо функции вращения, чаша имеет 7 положений наклона. Устанавливается автокресло при помощи крепления изофикс и опорной ноги. Опорная нога и опорный бампер служат не только для дополнительной опоры, но и для минимизации вращательного движения в момент столкновения. Крепления изофикс имеют систему TrueLock, которая позволяет за 5 секунд установить кресло за счет 9 положений креплений изофикс. Защита от бокового удара реализована за счет глубоких мягких боковин и системы защиты SIP. Система SIP состоит из энергопоглощающих панелей в боковинах кресла, выполненных из специальной ЕПП пены с эффектом памяти. А технология Steel Strength обеспечивает дополнительную прочность корпуса благодаря армированному каркасу и сверхпрочному пластику. Приятным дополнением является наличие в корпусе вентиляционных отверстий, которые позволяют обеспечивать циркуляцию воздуха для дополнительного комфорта ребенка. Для удобной посадки и пристегивания есть магнитные держатели язычков замка.